Вот они, потрясающие, комфортные ботинки-дутики для вас, для того, чтобы все три сезона, осень, теплая зима и, конечно же, промозглая весна стали вашими любимыми временами года. Почему? Да потому что в этих полусапожках, ботиночках Мелинда ваши ножки не промокнут, а значит, вы будете защищены, ваше здоровье будет в полном порядке. Светлана Гарова нам расскажет об этой модели, потому что она модельер-конструктор со стажем 20 лет и сама разрабатывает самые разные модели обуви для российских и зарубежных производителей. Да, действительно, все так и есть. Yes, да. Давайте посмотрим на полусапоги. Это у нас дутики. Дутики демисезонные. Сразу посмотрим с вами на дизайн. Непромокаемый текстиль. Здесь у нас очень интересный лаконичный дизайн. Есть молния функциональная с наружной стороны, с внутренней стороны. Также есть красивая стежка. Внутри у нас с вами ворсин, который минус 10 градусов будет согревать наши прекрасные ноги. Ну и, конечно же, особенно хорошо, что здесь у нас с вами подошва-танкетка с антискользящим покрытием, а значит, вам будет дополнительно защищать вас и от холода, а также позаботиться о вашей безопасности, что очень важно. Это все у нас демисезонный вариант, большая размерная сетка, посмотрите, у нас с 37 по 42 размер. Сейчас на своих экранах вы видите красивый коричневый цвет. Я бы назвала этот цвет такой капучино, да, кофе с молоком. Очень нежный, оттенок. Красивый, да, потрясающе красиво. Благородный, выглядит, сдержанный, да. Также у нас есть классический черный вариант цвета. Вот он на ваших экранах. Для тех, кто любит вот такую лаконичную обувь, да, вариант. Но здесь в черном цвете тоже есть что рассмотреть. И бордовый вариант цвета. Вот такой ягодный, сложный, винный оттенок. Три варианта цвета. Размерная линейка от 37 до 42 размера. 42, кстати, редко появляется у нас, да, поэтому, Свет, я надеюсь, что все-таки мы сейчас заберем свой размерчик для того, чтобы нога наша отдыхала и получала максимум комфорта. Ну, давай, значит, я подскажу, как лучше нам подобрать размер. Так. Во-первых, сразу хочу обратить ваше внимание, что, звоня нашим операторам, делайте акцент, что вам нужно покупать для себя пару больше, большего размера. Например, у вас 38, будет для вас сидеть идеально 39. То есть, по факту, наша размерная сетка с вами составляет с 36 по 41. Что же касаемо полноты, здесь у нас заявлена с вами увеличенная 8, и действительно очень много объема здесь в этих дутиках, очень много пространства и в носочной части, и в пучковой части. За счет этого будет определяться идеальная посадка по вашей ножке, даже если у вас есть деформация стопы. Вот, это специальное предложение только сегодняшнего дня. Наши потрясающие полусапоги-дутики. Я напомню, что наше специальное предложение дня сегодня было продано за 2 утренних эфира. Это новое специальное предложение дня, поэтому успевайте, потому что мы прогнозируем, что такой же успех будет у наших дутиков, потому что посмотрите, какие они лаконичные, очаровательные и максимально удобные. Вот смотри, у меня... подружка есть, да. Она, конечно же, модница жуткая. Да ты ей что? Важно, да, чтобы, конечно же, на ноге все смотрелось стильно. Потому что она говорит: Наташ, ну как я буду завоевывать сердца мужчин, когда на мне непонятно какая обувь? Я себя уже уверенно не чувствую. Хорошо, давай так поговорим. Что может быть стильнее, чем дутики? Тем более, посмотри, какое у нас прекрасное предложение. Во-первых, это у нас полусапоги женские. Они невысокие и этим-то хороши. За счет этого они еще и абсолютно легкие. Давайте посмотрим, как у нас действительно дутики у нас сейчас в абсолютной моде. Мы видим их постоянно на подиумах наших именитых дизайнеров, которые нам представляют из года в год. Обратите внимание, как наши стилисты подобрали для вас образы, и вы можете наши дутики и в черном цвете, и в цвете бордо, либо цвета коричневого прекрасно интегрировать в свой гардероб. То есть мы вам уже даже показываем подсказки. Давайте посмотрим. Здесь также есть у нас фактурная стежка, которую придумала изначально Коко Шанель. Это отсылка именно к ней. Здесь у нас есть и молния. Также мы видим продольную отстрочку, которая, кстати, визуально делает вашу ножку гораздо меньше. Прекрасно, что у нас абсоюзская задинка выполнена из велюра, и он еще, кстати, фактурный, что тоже делает очень такой интересный, колоритный внешний вид у этих дутиков. Посмотрите, какая здесь потрясающая подошва. Это танкетка, которая добавляет вам рост. Это все очень важно для наших женщин, которые хотят выглядеть и стильно, и красиво. Да? Посмотрите, потрясающие, мягкие, удобные, комфортные, лаконичный дизайн.
позволит им вписаться, ну, абсолютно в любую, в любой ваш образ. Да, действительно, выбирайте сапоги, которые впишутся в тот образ, который вы хотите. Захотите стать более спортивной и динамичной, пожалуйста, с нашими полусапогами женскими Мелинда вы сможете это сделать. Если у вас более классический вариант, тоже впишется в образ наша обувь. Вот смотри, мы говорим, что у нас наши дутики на все три сезона. Да. Осень, теплая зима до минус 10 и весна. Да? Что здесь нас будет согревать, что наши ножки будут сохранять в тепле? А здесь нас согревает потрясающий, мягкий, удобный ворсин. Посмотрите, я достала стелечку, чтобы вам продемонстрировать, какой он шелковистый, какой у него потрясающий оттенок. Во-первых, здесь у нас полностью все дутики утеплены. Вы видите, что здесь вкладная стелька, которую я достала, чтобы вам продемонстрировать. Кстати, эта стелька у нас еще сдублирована специально со слоем латекса, чтобы обеспечивать абсолютную мягкость посадки. И во время движения вы будете чувствовать себя удобно и комфортно. Ворсин очень приятный на ощупь. Материал, конечно же, когда вы будете обуваться, вы будете понимать, что вас сейчас окутывает в буквальном смысле шелковая подкладка, такая плюшевая, очень приятная. Ну и, конечно же, что хорошо, что минус 10 градусов ваши ножки будут согреты. Обращаю ваше внимание, что минус 10 – это средний температурный режим. Да? Вот если вы, например, будете их надевать, как я сейчас, с носочками, то минус 15 вообще легко можете выгуливать. Вот, это важно. Смотри, еще у меня подружка, многодетная мама, она когда гуляет с детьми, они потом приходят домой, у них на батареях стоят вся обувка. Так. Ее детская, потому что промокают ноги часто в обычной обуви, особенно когда, знаешь, минус 5, а потом минус 15, а потом снова минус 5. Погода, когда скачет туда-сюда. Да, ты имеешь в виду промокают, это когда внутрипарниковый эффект какой-то? Когда либо... прям влага туда проникает. Когда влага. Хорошо, давай поговорим об этом. Смотри, здесь у нас инновационный текстиль, он абсолютно не промокает. Знаешь, он сделан по типу мембранной обуви, о которой мы все так наслышаны, прекрасно, да? И вот мембранная обувь, она у нас не промокает, но зато она прекрасно дышит, она отводит влагу от вашей стопы. За счет этого ножка остается всегда сухой, вашей ноге будет комфортно. То есть эти дутики работают именно таким образом. Поэтому очень удобное, очень приятное предложение. Еще раз вам напомню, дизайнерские дутики с потрясающе красивым лаконичным дизайном, минус 10 градусов, и это все для вас. Это модные и стильные дутики для ваших прогулок с удовольствием. Конечно же, это ваша идеальная первая покупка. Она согревает вас до минус 10 и даже минус 15 градусов на все три холодных времени года.